еще один ежик больной демодекозом бегал по дороге, потому что не видел ничего. Глазок у него уже нету. Все, кожа вся растрескалась. И животик вот в таком вот толщины все истрескано. Видите? Ушки и лапочки. Ну, я его только посадила, он стал хрумкать кукур. Отворачивается. Видите? Такая же у него попа с боков. Вот здесь вот мясо уже у него висит. Все, глазов нет. Но очень хотел купу кушать. Я таких животных не лечу. Не, я их усыпляю, конечно, потому что нападение клеща — это признак того, что у него ослабленный иммунитет, значит, у него есть какие-то внутренние болезни. И дикое животное, которое надо выпустить, его, конечно, надо усыпить во имя гуманизма.